Подводная фотосъемка для Юлии была мечтой, которой она загорелась в своем первом декретном отпуске. Когда ее дочь начала самостоятельно нырять, идея воплотилась в жизнь. И теперь Юлия с удовольствием предлагает сделать подводные фотографии для других мам. Хотя самое главное для семейного фото – естественность. Идеи часто рождаются от модели. То есть я стараюсь фотографировать детей, семьи в их естественной какой-то среде, чтобы кадры получались не напряженными, да, расслабленными и интересными. Фотовыставка работ Юлии – это часть программы фестиваля «Счастливо быть женщиной», который прошел в Первой Одинцовской библиотеке. Праздник, посвященный Дню матери, проводится Центром поддержки материнства уже третий раз. Его основная идея – поддержка женщин и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наш фестиваль – это не только развлечение. Он несет однозначно социальную нагрузку, потому что у нас здесь можно и поиграть, и посоветоваться, получить консультацию очень интересных экспертов. Среди приглашенных экспертов – врач-мамолог, представители окружного центра занятости населения, которые рассказали мамам об их возможностях профессионального обучения, а также специалисты управления по делам несовершеннолетних и защите их прав. И очень хотелось бы донести до всех присутствующих, ответственность родителей, мамочек за воспитание детей, чтобы в каждой семье дети были счастливы. Гостей ждала и насыщенная развлекательная программа, мастер-классы по приготовлению вкусных и полезных лакомств, выступление музыкального ансамбля «Бабочки-бабеночки» и детских творческих коллективов. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».